Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Греции, в регионе Тассос. Сейчас мы будем с вами инспектировать отель «Алея». Он 4 звезды. Стоимость его начинается на первый заезд от 2600 евро на Ultra All Inclusive 11 ночей с вылетом из Минска. И если вы будете номера брать с бассейном, то 3600. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели по миру, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, мы будем рады вам помочь и подберем вам тот отдых, который вам необходим. Ресепшн отеля. Ресепшн большой, светлый. Здесь фонтанчик небольшой находится. Бар. В отеле интересная концепция раздачи интернета. 35 часов вы получаете бесплатно, а далее уже необходимо будет доплачивать. Но имеется в виду 35 часов именно пользования интернета. Если вы зашли и вышли, использовали одну минуту, значит вот одна минута засчитается вам. Копейка. Ну, блин, детский бассейн. И взрослый бассейн. Закрытый бассейн бесплатно. И тренажерный зал. Номер 106, Junior Suite. Покрытие плитка. Света санузла уже нету. Большой санузел, совмещенный, душевая кабина, душ большой, сейф здесь есть, он, скорее всего, бесплатно. Большие кровати. У них только два типа номеров. Это Junior Suite и Junior Suite с бассейном. Здесь, судя по всему, может максимум 4 человека размещаться. Первый этаж, выход сразу на территорию, у вас свои шезлонги и вот видите бассейн. И давайте еще разок. Кондиционер здесь индивидуальный у каждого. Есть закрытая зона, отдельно бассейн, отдельно номера. Это номера с бассейном. Они, видимо, еще не готовы. Бар возле бассейна. Основной корпус, ресепшн. И номера вот здесь вот находятся. У них есть закрытая зона, номера. Видите, Executive Luxury Suite. Я вам показывал ее с другой стороны. Там отдельно свой бассейн. Детская площадка. Здесь же находятся номера с бассейнами. Сейчас я вам... Вот эти номера с бассейном. Видите, нету воды еще пока. Ну, их подготавливают. Они закрыты вот такой стенкой. И туда попасть просто нельзя. И выйти оттуда нельзя. Пляж находится вот здесь вот. Надо вот по этой дорожке пройти туда налево. И там будет пляж. Недалеко, в принципе. Мини-клуб. Вот такой вот домик. Площадка детская. Небольшое все тут. Детский клуб. Детские игрушки. Всякие тут... Припамбасы для детей. Стульчики. Еще один бассейн. Я думал, это детский бассейн, но это, в принципе, полноценный взрослый бассейн. Вот здесь заканчивается отель. И видите, что рядом находится просто поле, горы. И вот она, дорога на пляж. На пляже находится волейбольная площадка. Зонтики, шезлонги. Все как обычно, песок. Вот сейчас зонтики, шезлонги для гостей бесплатно. И здесь бар, ресторан находится. Смотрите, какая красота.
открывается на пляже. Здесь рядом мы видим порт. Вот здесь песок. В данный момент, видите, штормит. Немножечко, ну, небольшие волны, и прибило здесь водоросли. Видите, там впереди, это нефтяные вышки, здесь качают нефть. Это единственные две вышки здесь. По идее, здесь чисто. Ну вот вы сами видите, что здесь мелко. Ребята зашли метров на 20, а им по колено. У нас проходит обед в данном отеле «Галеев». Давайте покажу, что здесь дают на обед. Работает только на пляж, пока ресторан. Рис, картошка, здесь кальмары были. Сейчас принесут для вегетарианцев овощи. Вот тут всевозможные оливки, салаты. Здесь на гриле жарят курицу и свинину. Пожалуйста. Немного сладостей, фруктов. Макароны. Сыр. Здесь какие-то котлеты в томатном соусе. Рагу. Суп куриный. Вкусный, кстати. И все, в принципе. Бар вот здесь вот. Мы пообедали. Мне лично было вкусно. Выбор небольшой. Еда нормальная. Кальмары, мясо. Они только начинают свою работу, поэтому главный ресторан, я так понимаю, в основном корпусе, он не работает. И питание сейчас вот здесь вот происходит, на пляже. Первые заезды в июне месяце только, поэтому к этому моменту, я думаю, там уже будет функционировать все на месте. Так что кушать можно. Спасибо за просмотр видео. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений.